150 участников из Беларуси, России, Узбекистана и Казахстана красочной колонной в лучших культурных традициях прошли по главной улице города. В Гродно прошел международный фестиваль «Ляльки над Неманом». У нас впервые Казахстан, у нас впервые Узбекистан. То есть это интересно. Ну, Сахалин – это самая дальняя точка. 5 дней искушенный гродненский зритель разрывался между Шекспиром и Чеховым, Достоевским и Водолазкиным. А какие спектакли для самого любимого юного зрителя? Для того, чтобы рассказать гродненцам историю о маленьком лапландском мальчике, труппа Сахалинского театра «Кукол» преодолела более 10 тысяч километров. Дружба с Гродненским театром у нас уже давняя, и 3 раза были Гродненский театр «Кукол» у нас в гостях на фестивале. И вот впервые, в полном смысле слова, мы приехали к вам на фестиваль маленькой группой, но мы несказанно рады, потому что впечатление от города, от людей у нас, ну просто, вы знаете, эмоции зашкаливают. Это действительно очень здорово. За восточный колорит отвечали сразу несколько театров – казанский, казахский и узбекский. Салам алейкум! Мы приехали своим на фестиваль кукольный, своим концертом. В концерт проходит 50 минут, и там все куклы национальные, наши куклы. Это могут зрители прийти от 5, могут смотреть даже от 2 и до старшего возраста. Я думаю, вы не пожалеете. Мы во многих странах были, во многих городах. И всем зрителям очень нравится наш вот этот национальный концерт. Гродненская публика очень ждала артистов из Рязани. Все 2 года культурные люди только и шептались об их нашумевшей постановке «Пегги пес, бегущий по краю моря», которая на прошлом фестивале произвела настоящий фурор. Рязанцы удивили и в этот раз. В этом году мы привезли к вам спектакль, который стал продуктом коллаборации Рязанского театра «Кукол» и Гродненского театра «Кукол». Там заняты артисты и из Рязани, и из Гродно. Соответственно, это продукт дружбы 2 государств, 2 театров, 2 мощных творческих энергий. Мы сегодня открываем фестиваль. Спектакль называется «Гертруда. Дани, краса и королева». И этот, как его, принц датский. Заняты актрисы Гродненского театра «Кукол». Татьяна Потапова исполняет роль Офелии, Лариса Микулич – роль Гертруды. Это парафраз Олега Жугжды, главного режиссера Гродненского театра «Кукол», на шекспировские темы. Он улетел, но обещал вернуться. По традиции, через 2 года. А мы, наполненные мельпоменой, будем ждать.